Что ни день, то праздничный предновогодний концерт. Сегодня те ребята, что на губернаторскую елку не попали, могли поприветствовать Деда Мороза и Снегурочку на массовом торжестве в Ивановском музыкальном театре. Максимум поздравлений, минимум официальных выступлений. Все внимание маленьких зрителей занимали исключительно мультяшные персонажи. Конкурсы, песни, стихи и выступления. Маленькие гости смогли окунуться в атмосферу новогодней сказки. Взрослые тоже с удовольствием посещают такие концерты, отвлекаются от работы, будних дел и вспоминают свое детство. Мы каждый год ходим на елку. У меня еще старший ребенок сейчас смотрит представление. Вот. Ну, из года в год, конечно, что-то меняется. Но, в принципе, остается та же атмосфера праздника. Вот ожидание чуда. Нам очень нравится, и мы очень довольны, что вообще есть возможность посещать такие мероприятия. Вот ходим всем составом.